Второй окружной слет волонтеров собрал в Полевском более 60 активистов со всего Западного управленческого округа. В этом году гостей ждала большая культурно-познавательная программа, экскурсия по городу, мастер-класс и праздничный концерт. Я приезжала с другими волонтерами прошлый год. Нам очень понравился праздник, и у нас как раз было ощущение, что мы не увидели города, а сегодня мы как раз увидели город. Это было здорово. Нам впечатлило, конечно, дом на ваш очень. Потому что, ну, у нас в Шалинском городском округе есть тоже одно строение, остатки вот с тех времен, но там именно оборудования нет, там только сам корпус. Вот это вот мы увидели, пощупали, посмотрели, нам очень понравилось. Как нам сказала Наталья Викторовна, в Шалинском городском округе развито волонтерское движение. Активно помогают по хозяйству пожилым людям, а также очищают берега реки Чусовой. В этом году к нам сегодня приехали даже больше, на самом деле, гостей, коллег из других городов Западного управленческого округа. И мы сегодня вместе, опять-таки, делимся опытом, проводим интерактив, общаемся. И на самом деле это хорошо. Собираемся вместе для того, чтобы вот придать внимание и поблагодарить тех людей, которые бескорыстно занимаются помощью другим людям. Я думаю, что эта практика все-таки будет продолжаться в Москве. С каждым годом появляется все больше людей, готовых оказать помощь, сделать доброе дело. Ценность и важность этого события – люди не находятся сами в себе, не занимаются собой или занимаются в одиночестве какими-то вещами, а люди могут объединиться, почувствовать себя вместе. И сегодня по-новому уже, новый какой-то мы смысл видим в словах «вместе», «мы вместе». Несмотря на то, что мы можем быть на каком-то расстоянии друг от друга, но вот эта вот общность, безусловно, мы чувствуем. На слете гости встречаются, чтобы познакомиться, пообщаться. О себе говорят: вместе мы сила. Россия не выживет сегодня, если мы не будем вместе. И это очень важно, что есть такое движение, и оно ширится и становится все больше и больше. Не на каком-то принуждении, а на внутреннем душевном позыве, что всегда было характерно для России. Полевская команда центра «Феникс» приехала с молодежного форума волонтерских объединений «Движок», где заняла первое место, став лучшим волонтерским отрядом. Мы развозим гуманитарную помощь пожилым людям, помогаем устраивать праздники, детям, шоу, абсолютно всем. Среди участников слета – медики, учителя, воспитатели, участники движения «Красный крест», муниципальные служащие, учащиеся школ. Сегодня всем им повязали оранжевые галстуки на память о встрече. Волонтеры – это люди, которые притягивают к себе, дарят добро и улыбки. Волонтерство для них не хобби, а призвание. Цель этого слета заключается в том, чтобы увидеться, сказать друг другу спасибо и понять, что у нас много тех волонтеров и добровольцев, обычных людей, которые каждый день творят добрые дела. Очень радостно, что нашу идею поддержали Северский трубный завод, откликнулись и предоставили две площадки, на которых волонтеры смогли посмотреть и Северскую домну, сердце нашего города, и Петровский зал, наших коллег из Управления культурой, Дума Полевского городского округа, Центр культуры и народного творчества, которые подготовили замечательные номера, замечательный концерт для наших волонтеров. Просто всем огромное спасибо за то, что мы вместе, одной командой, сделали хорошее общее дело. Наталья Вишнева, Алексей Карипанов, новости 11 канала.